Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа FIFA Прогноз, и есть, вернулась наша любимая прекрасная Лига Чемпионов, и сегодня у нас на повестке дня матч Барселона-ПСЖ. Ведущий, как всегда, я, Игорь Белоногов, и Александр Фирсов. Давай я немножко добавлю, что все-таки это центральный матч дня, как ты уже сказал, это матч недели, скорее всего, и по коэффициентам у нас, обратимся к ним. Что у нас по коэффициентам? Большинство букмекеров отдают предпочтение здесь Барселоне как явному фавориту. Так, на ее победу, ну, в среднем дают чуть больше двух, в то время как на ПСЖ. На ПСЖ в среднем вот 3,3 дают букмекеры. Ну и, как бы, как всегда, на ничью дают больше всего, там около 4 коэффициента, в зависимости от той конторы, в которой вы захотите потратить свои деньги. Да. Вот, стоит отметить, что это примерно 685-я встреча между Барселоной и ПСЖ на этой стадии Лиги Чемпионов, поэтому соперники друг друга знают, противостояние должно быть очень-очень интересно. Ну, не считая того, что играть за них будем мы, поэтому... Безусловно, безусловно. Итак, Барселона-ПСЖ, начинаем. Поехали. Итак, с той же фразой. Рыба-карась, игра началась. Правильно. Так, стартовал у нас матч. Мяч? Мяч. Мяч тоже стартовал. Дай ты мне мяч. Не надо. Спасибо. Ну ты же сейчас убежишь опять. Зачем? Ну видишь, не, вот не убегаю. Ну все, давай тогда так и договоримся. А ты же сейчас что-то сообразишь, ведь, наверное, еще не надо так. Ну, нет, не сообразил по итогу. Можно сразу, конечно, перехватить. Не нужно. Перехватить, это программа такая на эфире. Да. Оп, ладно. Нога. Ладно, ладно. Так, ну сыграй. Я сыграл, все нормально. А, ну все, тогда да. Тогда в порядке. Чего? Чего? Не туда. Не туда. Знаешь, как, когда 9-й Б зарубился с 10-м Б на школьном поле. На тебе. Так, на всякий случай. Неплохо, неплохо. 1-1 по ударам. 0-0 по голам. Ой. Ой-ой-ой, как я хотел это исправить сейчас, но... Так, ну все, надо тогда наказывать, получается. Да, накажи меня. А, ну не донаказал немножко. Сжалось, скажу честно, сжалось. Верю. Не до атомарных размеров, но... Верю, верю. Нога за парнем получится. Неймар сломал. Опять? Ну да, типа, реалистичный Неймар в этой части FIFA. Опа, вот это я понимаю. Передача. А, не успей. Поле кончилось. И момент сегодняшнего дня. Да, наше очко отправляется в зрительный зал, конечно. Эй, я же его сломал. Да вы что, издеваетесь? Нет, он реалистичный в этой части, все нормально. Да, в порядке. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Ой. Я все понял. У нас ничего не получается, потому что мячик стрёмный. Согласен. Это вот тот самый, когда, типа, мама, скинь мячик, и она вот это вот там кидает. Чисто камера, мяча нету, просто камеру скинули. Играйте, ребятки. Так, ну что, первый тайм закончен у нас. Какой же душный матч, да? Да. Угу. Ну, кстати, в принципе... Ну, один удар в створ на две команды. Равное владение, равные отборы. Отборов просто... Сломанная нога Неймара. Да. А, реально, травма. Я тебя не обманул. А так он играет нормально, что не буду. Он даже лучше стал играть. Да, да. Может, вправил ты ему не сломал, наоборот. Апгрейд. Продолжаем, что? Продолжаем, да.
Нормально. Твои ворота с другой стороны, Игорь. Отвечаю. Ага. С другой. Развернись. Сейчас я проверю, посмотрю. Да не надо. Видишь? Блин, ты мне наврал. Нет. Знаешь, что я сделаю за это? Что, первый гол у нас забит на 48-й минуте матча. Да ты, может, его... Это был рофл, конечно. Ты на только вратаря поменял, да? Да. С другой стоит. Чего? Ты тут угораешь, что ли, Неймар? Он же сломан. Ну, видимо, да. Все-таки это. Сказывается немножко. Да. Нифига ты, конечно, баклажан. Чего? Интересно. Это как вообще? Я не понял. Подожди, я хочу повтор. Так. И что было-то? А это фол, видимо, по мнению арбитра. Ага. Ну и тут же... Очень квалифицированного арбитра, я считаю. Еще какая-нибудь красная там за это. Решение главного... Судей встреч. Так, Неймар. Ты знаешь, что если пенальти не объективны, то можно просто пробить его мимо специально. Ну, на что я не намекаю. Я тебя услышу. Ну, такие прецеденты бывали в футболе. Ну, конечно, это что-то прям... Вызывает вопросы судейства сегодня. Вот сейчас вот по делу свистнул. Чего там реально чуть ногу не оторвали. Ты не Неймара вообще хочешь убить, да? Причем тут Неймар, я другого вам просто мимо пробегал. Давай. Крути. Все-таки, видимо, настройка у него сбилась. Именно с ударами. Самое яркое событие — это перелом Неймара. Да чего? Кого? Куда? Не туда. Все там... туда. Ой, все о, туда. Это, здравствуйте, добрый день. Все по обороне. Туда. Чего? Чего? Какой ненужный удар от ворот сейчас? Ой, как он не нужен. Ну, потеряй. Пожалуйста. Хорошая передача. На этом, я думаю, можно. Так, где Мария? Какая Мария? Нет Марии. Ладно. Ой. Так, что, ну, звучит свисток, да. Ну что, так. Свистит звучок, да? Да. Именно так и происходит. Завершен у нас первый матч. Да, ПСЖ Барселона. 1-0. Парижане одерживают победу по статистике. Что у нас? Ну, по статистике у нас второй тайм был более результативным для ПСЖ. Ну, и для матча, в принципе, тоже. Смотри, как ты сильно подправил владение мячом, удары в створ все появились именно во втором тайме. Угу. Что три угловых ты подал. Ну, кстати, угловые удары в створ, они как бы там соотносятся. По отборам все равное. Да, отборы вот единственное, что... Да, ну, прям... офсайд у меня был один. Как бы тот вот. Ну что ж, друзья, наш прогноз таков. 1-0. Победа клуба, да, Paris Saint-Germain. Вот, как уже говорили, вполне реальный исход, да, 1-0, в целом упорная борьба, две равные команды, поэтому все возможно. Ну что, будем тогда. Будем кратки, попрощаться. Александр Фирсов. Игорь Белоногов, смотрите FIFA прогноз, самая точная программа о мировом футболе. Пока-пока.